Ну, а вот это павильон механотерапия. Цандровский. Такое необычное здание. Фахверковое. И надпись хорошо просматривается. Механотерапия. Здесь сделали массажи. Лечили лечебную гимнастику. И открыт был этот институт в 1902 году. Более 100 лет назад. 120 почти. Было закуплено 64 механических тренажера для активных занятий. Ну, их изобрел шведский врач Цандер. Вот. И в 19 веке на курорт приезжали зажиточные люди, тучные, чтобы похудеть и поправить здоровье. И вот этот шутливый называли эссентучным курортом. Тренажеры работают до сих пор. Они в отличном состоянии. И как тренировочный зал открыт до 11 утра. Вот. И вот, кстати, в фильме «Любовь и голуби», помните, Раиса Захаровна, которая играет Гурченко, вот именно вот в этом павильоне занимается на тренажерах. Эта сцена была снята здесь.